Коллектив Щелковского театра порадовал горожан красивым концертом ко дню пожилого человека. Каждый год он пользуется огромной популярностью. На концерте исполнялись песни, ставшие для ценителей музыки и вокала по-настоящему любимыми. Эти песни вошли в золотую коллекцию семейных праздников. Концерт получился по-настоящему волнующим. Мелодии, известные чуть ли не с детских лет, создавали по-особому трепетное настроение. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.